Друзья, сегодня у нас 6 августа 2024 года. Я рассказываю, продолжаю рассказывать про покупку машины с аукциона в Японии. Как я уже говорил, это будет Honda Stepwagon. Так, последним, что я останавливался, выиграли, значит, аукцион мы. Белая машина, Honda Stepwagon. Беленькая машинка. Потом я вам расскажу, какого года, что пробег, какой фотографии, когда мне сейчас скинут фотографии уже перед отправкой. Могу сказать, что меньше месяца прошло, аукцион выигран. И вот вчера был, выставили инвойс. Ну, где-то неделя чуть больше прошла после того, как машину выиграли на аукционе. Вот сейчас пришел счет инвойс на 1 625 000 йен. Это порядка, смотря какой курс на данный на момент будет, порядка 250-270 тысяч рублей. Около миллиона, в общем. Моя задача завтра поехать в Краснодар, оплатить инвойс. И уже потом с заявлением об оплате его надо будет выслать во Владивосток фирму ребятам, которые занимаются, будут растамаживать машину. Как известно, большинство банков отключены от системы SWIFT, и поэтому большие сложности по отправке денег в Японию. Ну вот, есть в Краснодаре банк, ББР банк. Завтра я его покажу, расшифровку банка дам. Пока все так на скорую руку. В Анапе, естественно, негде отправить. В Новороссийске, как выяснилось, тоже нет. Были, предлагали мне фирмы через телеграм-канал Travel Ask, что они отправят деньги. Но что-то мне подсказали партнеры, что лучше через банк все это сделать. Поэтому я завтра выдвигаюсь в банк. Ну и ждите новых новостей из банка и дальнейшее развитие событий. Буду рассказывать, как машина будет погружена на паром, когда отправилась, сколько пойдет, сколько растаможка стоит, все вам расскажу. Ну а пока следите за новостями, и может у вас созреет желание взять машину из Японии.